Севастопольские спасатели отметили 144-ю годовщину создания в городе пожарной охраны. По этому случаю торжественное собрание состоялось в местном управлении МЧС России. 2 августа там встретились действующие сотрудники и ветераны противопожарной службы. Именно в этот день, в 1875 году, было открыто первое в Севастополе пожарное депо. До этого с возгораниями боролись матросы и солдаты. Потом уже в 1875 году было создано добровольные пожарные дружины, которые принимали участие в тушении пожара, добровольные пожарные обозы, так называемые обозы эти принимали участие в тушении пожара. Дом, город белокаменный, домов деревянных было немного. На торжественном собрании ветеранам и действующим сотрудникам вручили ведомственные награды МЧС. Ветераны вспомнили о том, как проходило становление городского пожарно-спасательного ведомства. Здание, вот это, в котором мы находимся, здесь все принимали участие.